Люди бояре, с вами Волколак. Сегодня глянем на маленькую RPG TBS Темный бестиарий. В стиме написано, что это пошаговая стратегия с элементами RPG, но я бы ее назвал RPG с пошаговым боем. Сделала ее студия QD, она же выступила издателем. Это их первая и единственная игра. Сама игра вышла этим летом, а именно 12 июля 2020 года. Игра простая да нельзя. Банальный сюжет. В какой-то деревне начинает происходить странная херня, и главный герой в лице игрока приходит и начинает разбираться с проблемами. Причем что сюжет, что геймплей, все максимально линейно. Так что не ждите от игры каких-то потрясений. Вначале выбираем класс героя и его имя. Присутствует легкая кастомизация внешних признаков персонажа. Ну и в путь. Классов 4. Мечник, чародей, стрелок и охотник. Причем классы особо сильно на геймплей не влияют, разве что на начальную экипировку и некоторые умения. Но в процессе игры все можно сменить. Также каждую новую партию умения перетасовываются, так что одинаково разными героями не поиграешь. Хоть какое-то разнообразие. Есть еще прокачка пассивных умений. То, как стрельба из огнестрела, из лука, арбалета, умение пользоваться холодником, чарами и так далее. Чем чаще мы пользуемся тем или иным видом оружия, либо лечимся, тем быстрее пассивный навык качается. Каждое уже пройденное задание можно пройти еще раз для получения опыта и ингредиентов. В игре достаточно развито ремесло. Правда, толку от этого мало, так как большинство предметов экипировки либо покупается у торговца, либо получается как награда за завершение задания. Визуально игра хочет казаться темным фэнтези, но для того, чтобы быть темным фэнтези, одного визуала недостаточно. Музыка также не очень порадовала. Заунывные мелодии скрипки с оркестром. Складывается впечатление, что хотели сделать как в Аркануме, но не получилось. В ролике же играет музыка Кирилла Рыбакова. Ссылку на его группу ВК, а также на канал в описании под роликом. По механикам и общему ощущению от геймплея Dark Bestiary напоминает браузерку или мобилку. Видимо, так и предполагалось в начале разработки, но что-то пошло не так, и игру выпустили на ПК. Вообще, игра такая себе, на 2-3 часа для убийства времени, по вечерам, но не более. Она хоть и длинная, но из-за одинакового геймплея быстро проедается. В данный момент она выглядит как бета в раннем доступе, и играть в нее сейчас я бы никому не советовал. Лучше подождать, может, разрабы выпустят какую-нибудь DLC. В ру-сегменте Стима она стоит 290 рублей, в евро-сегменте 10 евро. Как по мне, за такое требовать такие суммы – это многовато. Но покупать или нет – это уж ваше дело. Ну а все, что хотел сказать, я сказал. Так что подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, подписывайтесь на группу в ВК, ссылка в описании. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Рассказывайте об этом видео друзьям, родным и близким, незнакомым людям на улице, а также домашним животным и скотине на лугу, если живете в сельской местности. Всем удачи и увидимся!